Вам может быть интересно, зачем ваш доктор во время некоторых визитов кладет на ваш зуб кусочек резины, называемый раббердам. Это кажется очень странным, но для этого есть веские причины. Люди часто говорят, что им нравится раббердам, потому что он удерживает их язык в нужном положении. Это значит, что они могут расслабиться и забыть о нем. А если вам лечат зубной канал, то очень важно, чтобы в него не попали микробы. Раббердам изолирует рабочую область от слюны и инфекции. Конечно же, даже квалифицированный специалист может воспользоваться системой безопасности. Даже если что-то упадет, резиновый изолятор слюны спасет положение. Но что же крепит его к вашему зубу? Причина того, что резиновый изолятор не сползает с вашего зуба, заключается в специальном зажиме, который обхватывает зуб. Достаточно плотно, чтобы не доставить вам неудобства. А раббердам не соскакивает вам в рот, потому что в течение всего процесса его фиксирует рамка. Защита раббердам – важный элемент в достижении отличного результата лечения.